бюджетная конструкция электропастуха. В общем, как слепить из того, что было. Значит, больная тема, дорогие изоляторы. Как решить вопрос с изоляторами? То есть делается все очень просто. Обычная труба ПНД, черная, водопроводная, самая тонкая, надпиливается. Ну, тут видно, да, как надпил сделал? Чтобы просто не ползала по нему сама нитка электропастуха. Вот. Значит, ворота. Чтобы не мудрить со всякой фигней, проще сделать ворота вот такие стационарные. Делаются они элементарно. Два столбика. Через них перекидывается той же самой ПНД-шной трубой. И через нее любой провод пропускаете и на нитку. То есть, в принципе, вот так. Тут расстояние такое, что никто не пролезет, то есть бояться тут не надо ничего. С другой стороны, у нас для простоты, ну, потому что большой прогал, вот от детского велосипеда их выкидывают часто, эти колесики боковые. Любое колесо там, хоть деревянное, торец спилить у бревна, и вот вам будет колесо, которое поможет открыть. Вертухай и все. Значит, что касается крепления. Марин, помоги. Что касается крепления самих этих изоляторов. Решение тоже предельно простое. Берется вот такое вот сверло. Зажимается шуруповерт. Вставляется вот этот обрезок ПНДшки нарезан. Он труба гнутый изначально, это даже хорошо. Вставляется так, чтобы у него он чуть-чуть вниз был этот край. В случае дождя капли будут стекать наружу, не будут дорожку мокрую, которая может контакт провести. Все, крепится тоже элементарно. Обычный саморез. И мы его заворачиваем вот так. Все. Никуда это не убегает, не вываливается. Расстояние достаточное для изоляции. Все. Легко и просто. Мотаем, вяжем. Ну и все.